Первый матч всегда на любом турнире очень сложный для любой команды. Поэтому ожидаем хорошей игры и будем стараться победить. Ну, это хорошая команда, которая всегда на всех чемпионатах Азии была достаточно серьезным соперником. Я думаю, то, что эта игра во многом повлияет на распределение мест для тех команд, которые будут играть в четвертьфинале.